Мотор. Як пташиною жила в лісі, як хмілює голова, листя. Ой, люблю плести вінки досі, розпушу, мов шовк м'який, коси. Ніч купальська, я не сплю, варто до зірок твого вогню ватра. Загадковий сивий дим вабить, чи не був ти лісовим? Мабуть. Наши гости не останутся на 9 мая на праздник. Я прочту то, что я буду читать 9-го. Это о моем отце стихотворение. Мы есть, нам повезло, ребята. Свою победу в 45-м нам отдали отцы и деды. И нет важнее той победы. Сама земля салютовала. Цвели тюльпаны ярко-алым, кипением радостным и пышным взрывались яблони и вишни, но были дни омрачены слезами вдовьями войны. Нам не вернут солдат убитых, но каждый помнит, каждый чтит их, и благодарность им растет за нашу жизнь из года в год. Отец ушел зимою этой, и вот глядит на нас с портрета, в военной форме, с орденами, как будто в детстве, снова с нами. Он нам рассказывал, бывало, как был он ротным запевалый в те давние сороковые, и пел нам песни фронтовые. Был ранен, госпиталь и тыл, но дух бунтарский не остыл, учил десантников и с ними надлетным пулем затяжным. На фото с мамою минута, стоим на фоне парашюта. Огромный купол не погашен, еще меня нет, Вали, Маша. Год 43-й, солнце, лето, и дома дочка Виолетта. Я родилась в голодный год, но выжила, пришел черед, и вот нашлись мне две сестры. И дружим мы до сей поры, растим детей, теперь и внуков. Да, жизнь нелегкая наука, мы будем жить и помнить свято отцов победу 45-го.